Добрый день, меня зовут Василина, я живу в Москве. Я очень люблю музыку и поэзию. Лучший инструмент для меня – это гитара. Очень точно однажды сказал Андрес Сеговия, испанский педагог и гитарист, считающийся отцом академической современной гитары. Гитара подобна оркестру, далекому и таинственному, звук от которого приходит к нам словно из другого мира, гораздо меньшего и более тонкого, чем наш. Я хочу исполнить вам произведение современного испанского композитора Розы Жильбоско «Меланхолия». Эпиграфом к этому произведению может послужить стихотворение Роберта Рождественского «Гитара Гарсия Лорки». Федерико Гарсия Лорка – страстный любитель гитары, поэт, драматург и музыкант, один из значительных деятелей испанской культуры XX века. С очень яркой трагичной судьбой. А одна струна тетива, зазвеневшая из темноты, вместо стрел в колчане слова, а когда захочу — цветы. А вторая струна река, я дотрагиваюсь до нее, я дотрагиваюсь слегка, и смеется детство мое. Есть и третья струна змея, не отдергивайте руки, это просто придумал я, пусть боятся мои враги. Четвертая в небе живет, а четвертая схожа с зарей. Это радуга, что плывет над моей бедной землей. Вместо пятой струны лоза, поскорее друзей зови. Начинать без вина нельзя, ни мелодии, ни любви. А была и еще одна, очень трепетная струна. Но ее такие дела злая пуля оборвала.